Понимаете, я руковожу кафедрой последипломного образования, поэтому у нас в клинике за год проходит обучение до 300 курсантов, урологов из разных регионов страны. И я знаю, что сегодня появились новые имена в урологии. Это, конечно, сотрудники крупных клиник и кафедр, безусловно, потому что кривая учения, от нее никуда не уйдешь. Вот. И подобные высокотехнологичные операции выполняются, как вы понимаете, далеко не во всех клиниках, даже центральных. Вот. И на этой конференции в программе я вижу имена, знакомые мне, безусловно, имена молодых урологов и 30, и 30 с небольшим лет, которые демонстрируют не фильмы, выполненных их руководителями и учителями, а свои собственные уже фильмы, которые выполнены их собственными руками. И поэтому они прекрасно эту проблему, они уже в этой проблеме живут, они великолепно отвечают на вопросы. Вот, они демонстрируют очень достойную технику, и это приятно, потому что иначе не было бы вообще прогресса в нашей науке и в нашей специальности. Так нормально?